Домашний уют создают в Кохме. Рабочий день губернатора в этом небольшом городском округе начался с посещения текстильного производства «Сфера». Компания выпускает постельное белье, одеяло, подушки и домашнюю одежду. Продукция выходит под двумя торговыми марками – «Принцесса на горошине» и «Тайни Брук». Мы сегодня посещаем еще предприятие интересное. Да? Предприятие, как бы состоящее из двух отдельных комплексов. Часть более старая, с чего начинали. Это у нас традиционное производство хлопчатобумажных комплектов изделий. И новая часть – трикотаж, высокотехнологически обеспеченные предприятия, очень обращают на себя внимание кадры. Молодые дизайнеры приходят сюда прямиком из политеха. Начиная с отрисовки коллекции, заканчивая упаковкой изделия, все делают в этих стенах. Эта полуавтоматическая машина карусельного типа наносит на одежду принт. Для каждой новой коллекции художники разрабатывают около 30 рисунков, затем отбирают 8-10 лучших, которые и будут красоваться на футболках и толстовках. Краску используют экологичную и качественную. Тест-драйв – 20 стирок при температуре 90 градусов. Если принт сохранился, его запускают в работу. Требования к домашней одежде у потребителя не меньше, чем к любой другой. Комфорт, и удобство и качество, чтобы людям было комфортно дома, и они выглядели стильно, но при этом им было очень удобно. В прошлом году компания запустила свой интернет-магазин. В планах открытие сети торговых точек по всей России. В ближайшее время мы хотим открывать по городам России свои магазины. Вот. Макет этого магазина будет разрабатываться в новом шоуруме, который сейчас строится на территории нашей фабрики. В областном центре продукцию этой швейной фабрики можно приобрести на двух крупных текстильных ярмарках. Елена Белова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.